Прости меня, отец, ибо я грешник. Я должен кое-кому сделать плохо. Сделать ему очень плохо. 25 лет назад я доверился одному человеку. Для меня он был кумиром. Он сказал, во мне есть то, чего нет в других мальчиках. Сказал, что я особенный. Он сказал, что если я кому-нибудь расскажу, Бог все узнает. И накажет меня. Чего ты хочешь? Месть.